И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же на Генезисе, и сегодня мы пойдем что-нибудь делать, наверное, по миссиям. И вы видите эту прекрасную сеточку вокруг меня. Да, прошло не кисло так времени, ну сколько, несколько дней. Нет времени заходить в игру, вот. Запитано у меня теперь абсолютно все от тег-генератора. Вот здесь у меня наконец-то сложно ресурсы более аккуратно. То есть я хочу потом, кстати, заодно надо будет проверить, портятся, не портятся ресурсы в это. И вообще избавиться даже от холодильника. Я хочу избавиться, хочу все туда положить, чтобы вся стена была в ресурсах. Ну или не вся там, ну хотя бы хоть что-то, хоть где-то, хоть как-то. Здесь у меня сейчас делается полимерчик. Прям много делается полимерчика. Здесь тоже много делается полимерчика. Не так быстро, как здесь, конечно, ну что поделаешь, хоть как-то это делается. И вот там у меня сзади стоит генератор. Да, генератор наконец-то у меня стоит и радует меня, так сказать, радиус действия, радует меня своим присутствием. Вот, положу туда осколки, они там расходуются немного. Кстати, а у меня какой там генератор? Исплюсовский, не исплюсовский? Исплюсовский, отлично. И, собственно, разгрузила немножечко вот этого дела. Но, как я уже сказал, я потом абсолютно все ресурсы скину вот сюда. Вот. Так что все будет супер. А сейчас. Кстати, я не знаю, что за нафиг, но вот сейчас, кстати, здесь летали птички. Сейчас птичек не летают, у него сбрасывается вот этот эффект. Какого-то фига. То есть, вот эти вот растения я специально в воду не окунал. Не окунаю уже фиг знает сколько, а у него постоянно сбрасывается это. То есть, обидно вообще-то. Обидно прям. Мне прикалывают, когда птички летают. Типа, какая-то система появляется. Короче, пойдем сегодня по миссиям. По миссиям. 38 тысяч, кстати, неплохо. Так. Давай вулканический биом глянем. Все-таки пора уже там тоже глянуть, да? Блин, в болотном биоме тут черт дофига всего. Добивается группа яростных хищников или вам крышка? Я прям чувствую, это то же самое говно, как и на болотном биоме. Нет. Алло и бай-бай, это что, это стая буйных аллозавров? Ну, судя по... Блин, а мне там можно будет на Диносе? Стая буйных низкого уровня. Ладно. Адская охота за сокровищем. Достаньте череп. Охота за сокровищами. Ну, это, наверное, надо будет в точку прийти, наверное. Что-то я смотрю, там дофига что нужно именно... О, путь к вершине. Интересно. Я что-то не хочу. Оседлайте дикоруса и скатитесь со сверхзвуковой скоростью вниз под склон вулкана. Ну, слушай, вот это уже прикольно. А вот это уже прикольно. Гелимими? Офигеть, слушай, я на них, если честно, я даже не помню, чтобы я на них бегал хоть раз. Блин, ну это круто. Это круто, если есть такая возможность, то почему бы и нет. Погнали на гиганта Питеки. Почему? Кстати, у меня этот генератор достает примерно вот до отсюда, то есть вообще вся моя база. То есть он стоит вот в том углу базы и достает прямо до отсюда. О, птички опять залетали. Кайф. Обожаю, когда вот эти птички летают. И вот опять я себя кинул, да? Но я всегда так делаю, что поделаешь. Обожаю, когда птички летают. Меня это прикалывает реально. Потому что, ну, блин, чувствуется какая-то экосистема, какая-то какая-то движуха, все дела. Блин, надо аккуратнее быть с собой. В натуре. Ладно, погнали в болотный биом. О, болотный. Вулканический. Нормально так пришел. Вообще оборзел. Просто такой смотрю. Ясно, солнышко горит. И летит в меня, короче, огромный шар. Не, на Е, короче, тпхаться это не так уж и безопасно, я вам так скажу. Офигеть! Просто сразу сходу на тебе по щам. Вон там еще Рекс бегает. Я забыл, чё,
хавает этот. Кстати, а что-то у него трен, ничего. Я забыл, что хавает этот гигант питек. Надо мясо добыть тогда хотя бы. Ты случайно там не мясо хаваешь, а? Ну пофигу, в любом случае, если то и то. Так, ну а теперь погнали. Какую миссию там хотел? Да. Сверхзвуковая гонка. О, как я рядом. Вообще круто, куда надо ты пахнуться. Обалдеть. Ну-ка, давай-ка. Распрыжка здесь проканает. Ну смотри, он немножко быстрее все равно прыгает. О, точнее, бежит. Ну, да, реально, ты смотри, он быстрее бежит. Прикольно. Я даже не думал, что так это тоже канает здесь. Но, на типа щем. Кайф, кайф, только куда мне бежать? Ну, судя по тому, что показывают, мне нужно бежать вниз. О, добрый вечер, здесь что-то у меня какая-то миссия. Посторонитесь, пожалуйста. А что тут за миссия у нас ждет? Блин, жаль, не показывает. Путь к вершине. Не, не хочу. Я наметился уже бежать по гонке. И чувствую я, короче, это... Надо эту гору обойти. Блин! Как тут жарко. Даже видно, что жарко. Чё-то, короче, кто-то буянит? Ну-ка! Не буянь. Ё-моё! Ё-моё! Это прям жерло, что ли, вулкана? Ужас! Ужасно! Ладно. Так, братан, братишка. Домой, домой. Пиу! Отлично. И что мы стартуем? Гамму, конечно. Так. Ага, вот мой. Бери-хорус. Отлично, давай, погнали. Врум-врум-врум-врум. Да давай уже. Ну. Оу. Я чувствую, сейчас будет... Чутка... Жопопуха! Едеть колотить! Лава! Мать твою! Ой, нет! А не, нормас. Здесь по прямой было. Вау! Куда? Куда, мать вашу? Назад! Ай, ёптвыш! Уху! Блин, он все камешки ломает, так кайфово. Блин, кайфово, он все камешки ломает, прям вообще кайф. На нафиг. На нафиг. Блядки, мать ваша, стоите у меня на пути. Я великий Диди Курус. Оу. Блин, класс. Половим бы, конечно, меньше горцевать. На те, собака. Стоит она на пути у меня. На тебя опять камешек сломался. Еще бы ресурс он добывал, в карман бы скидывал, вообще был бы кайф. Ей! Я, кстати, не знаю, я жму вперед. Я не знаю, нужно это или нет. Блин, ну это клево. Воу! Воу! Че, все что ли? Блин, мне это однозначно нравится. Так, а что я получил? Титанозавра? Блин, жаль их разбирать, все это говно нельзя. Нагача, ну окей, допустим. Так, делаем вот так и... Оп, назад подобрать. Для чего? Чтобы разделить призы. Запускаем в бету. Врум, 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 врум. Погнали! Кстати, вот сейчас хочу вот здесь прям стоять. Оп! Ну да, я так и думал, что у меня просто тпхать туда. Ну давай! 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 Врум, врум, врум. Низкий старт. Отлично. Не, ну слушай, второй раз уже явно будет полегче. В том плане, что я хотя бы не буду тупить.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ну вот этот поворот, конечно, самый конченый, я так скажу. Уу! Все остальное должно быть уже полегче. Да ну нафиг! Нет! Давай! Полегче, сказал я, и затупил. Он же на скорости только ломает все. На типа башке. Нефиг мне отмешаться. Кругалевочек. Ускорение. Да, это миссии, ну такие, я так скажу, не очень веселые. Но с другой стороны, это все-таки как ни крути миссия. С одной стороны, с другой стороны, ты. Да ты серьезно! Пошел в жопу! Ублюдок! С другой стороны, ты типа можешь карту немножечко расследовать, исследовать благодаря вот этому, и типа уже немножечко не теряться в местности, скажем так. Ей, полетел, красава. Успел. Но на альфе так уже тупить нельзя. Вот что я могу сказать точно. Добрый вечер. О, какой хороший шлем, это классно. Два шлема и противогаз. Супер. Так, скидываем теперь вот так. Отлично. Где? Ну, давай пробовать альфу, фиглив. Ну, на альфе уже тупить так нельзя. Что я еще могу сказать? На альфе тупить так нельзя. Погнали. 600 левел, Дедикорус. Эх, мне б такого, Дедикорус-то. Эх. Ага, даже в минишку зайти не могу. Врум-врум, давай, не вижу, блин. Низкий старт. А, вот цифры же точно справа. Ну, блин. Хотел низкий старт делать, в итоге лоханулся. Мне кажется, или мы сейчас по другому пути едем? А мне не кажется. И не кажется, все нормально. Уи! Гарь. Ну давай. Ай-яй-яй-яй-яй. Отлично. Не, такие гонки реально надо вот сначала... Ах, зацепил, красава. Такие гонки реально надо вот сначала проходить бету, ой, гамма, бету, а потом уже альфа. Ты уже меньше начинаешь тупить на альфе. Не всегда, конечно, это так работает, но начинаешь меньше тупить, уже знаешь, что, как, где, и немножко получше реагируешь. Но все равно меня не покидает такое чувство, что на гамме и бета была другая трасса. Ай-яй-яй! Нажал же на кнопку. Прям реально меня не покидает такое чувство, что здесь была другая трасса. Немножечко. Хотя вот этот килл я помню. Ублюдок, мать твою. Ну давай, братан. Я только на секунду притормозил. Чё ты уже... Вау! Кайф! Вот финиш здесь, конечно, кайфовый прям. 20 секунд еще осталось. Финиш реально прям здесь кайфовый прям. Ух, мне нравится. Yeah! Кайф! Так, и что мы в итоге получили? Еще круче шлем. Классно, у меня хотя броня будет. Да, седло накицали, конечно, вы красавы. Просто вы красавчики. Ну и давай, раз уж... Еще есть времечко. Давай сравним. Допустим, вот я сейчас сразу же пройду альфа-миссию еще раз. И посмотрим, какую. Вот прям вот какую, какие призы сейчас прям сразу дадут. Я читал про то, что нужно не сразу проходить, а через какое-то определенное время. То есть, ты типа. Через какое-то время проходишь, и это. То есть, если сразу же проходить, то призы становятся хуже. Ну вот, а если через какое-то время проходишь, то типа это. Призы становятся, ну то есть сбрасывается вот эта вот фигня типа, и призы нормально становятся. У-ху! Да, все-таки мне кажется, частично
здесь карта трасс немножечко по-другому, такая более как дерзкая, опасная. Но в чем-то даже все-таки легче. Вот честно. Она в чем-то, мне кажется, даже на альфе немножечко легче, чем на бета-гамме. Ну, либо я уже просто привык, короче, я такой прям, ха, мне пофигу все, я горцую, все дела. В целом спорное вот это дополнение, именно Genesis 1, там такое спорное дополнение, в том плане, что вот с этими миссиями, вот это вот и все, непонятное, я бы даже так сказал. Genesis 2 это уже такая более обычная карта, как я понял. Я не взял. Ну ладно, я все равно здесь затупил бы. Вот, Genesis 2 это такая более обычная карта, поэтому там уже будет обычный геймплей. Здесь же на Genesis мы видим только вот миссии, 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 и все в таком духе. Ю-ху! Добрый вечер, успешник. И что мы получаем? 906 гранников. Винтовоч. Мегахилона. Хм. Давай-ка еще разочек. Пройдем миссию. Так. Так, иди сюда. Давай еще разочек, пройдем миссию. Такс, и что мы получаем? О, смотри, сколько всякого говна надавали. Аж перегруженный стал. Ну, шапочка, вот, вот, кстати, сравнение уже шапочки, да, вот это давали за первую, вот это давали, дали за вторую. То есть здесь мне уже дали шапку как за бетку. Вот, три раза, и все уже, ну, что-то хорошо, что-то плохо, но в целом, как вот, допустим, щит, да, дали хорошо. Что есть прочность 17 тысяч, здесь прочность... уже 15 тысяч, да, то есть как бы здесь 16 тысяч, вот 17 16 15, ну то есть как бы хуже, это понятное дело, но в целом все еще неплохо, я бы так сказал. Вот, так что здорово, так что в целом неплохо. Ну а насколько уже хорошо, это я думаю судить вам. То есть, норм, не норм, можете написать в комментариях, можете не писать в комментариях, можете вслух прокричать, разницы никакой нету, но для себя вы уже точно решите, хорошо это или не очень. Ху-ху! Ага, я даже в полете не могу открыть кирли, когда перегружены, но зато я это проверил. Надо хавки, кстати, настряпать. Вот такая вот фигня есть, и уж на то пошло. Да. Серия получилась, с одной стороны, как обычно, такая себе, да? А с другой стороны, мы уже немножечко решили для себя, что же все-таки. То есть, допустим, третья альфа, это как бы это дает по ресурсам. Если делать в ряд подряд, ну, почти как бы это. Плюс-минус. Камон! Ладно. Ладно. На этом я уже сам буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, и, конечно, делиться моими видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.